Итак, встречаем противника. Игнасия Александр Хачинда! Бойца шлем, который сделан по стилю восточных шлемов 14 века. Доспех также напоминает доспех Куяк, который сделан по принципу доспехов, которые вооружались золотоордынские воины. Вот такой испанец представляет комплект доспехов на Золотую Орду. Кафедра Александр из Нижнего Новгорода, боец, опять же, в пехотных доспехах на конец 14-го, начало 15 века. Это пацанец с наносником, это латные защиты ног и бригантинного типа доспех на корпусе. Итак, мы с вами видим, уважаемые зрители, как идет помощь со стороны секундантов. Вы можете видеть, что со стороны испанца есть его испанский товарищ, который приехал вместе с ним помогать ему выступать на поединке. А также наш русский парень из славного города Саратов. Соответственно, зовут его Свят, и вот он пришел помогать испанцу. Ну а почему бы нет? Да, он пришел поделиться. Типичный саратовский испанец. Да, типичный такой саратовский испанец, который сражался неделю назад в Кубке Донжона. Он сегодня делится опытом, подсказывает испанцу. Брейк, бойцы, брейк. Свят, ты особо не старайся, он по-русски не. Они, мы в одной гостинице живем, они ничего не понимают. Телевизор сегодня даже выключили. Сказали, не можем слушать. Я столько. А, ты на русском правильно? Время поединка вышло. Время раунда, простите. Бой! Время раунда за гол Александру Хакирда. А подскажи. Раунд, бой! Аплодисменты! Второй раунд! Игнасия Средовыц и Александр Хакирда! Уважаемые зрители, кстати, совершенно не возбраняется. Если вам симпатизирует какой-то боец, или вы симпатизируете ему, то поддерживайте его. Поддержка очень важна для бойцов. Я в кулуарах пообщался с теми, кто участвовал в кросс-боях, они говорят, вот поддержка – это совсем другое боевое. Поэтому поддерживаем, не стесняемся! Не поддержим бойцов! Милая Испания! Захватил голову Александр, давит, ага, совсем за... Продолжаем. Бойцам напомните, что нельзя цепляться за цепи. За цепи цепляться нельзя. Ну это же цепи. Ну нельзя за них цепляться. Они же так манят. Итак, продолжается второй раунд. Бойцы наносят удар. Они вышли из клетки, который был возле корта, возле цепей. Они, соответственно, оказались на цепи. Опять захватывает шею Александр. Надо сказать, что боец в Испании неплохо работает на средней и дальней дистанции, поэтому Александр старается войти в близкий контакт при гол. Надо учитывать, что он... Ниже Александра, но при этом достаточно мощный. Поэтому ему вот на средней дистанции себя чувствует гораздо выше. Потому что Саша длинными руками, он свысока начинает собирать голову. А это самый как бы, такой момент, когда захватывает голову, начинает тянуть ее в разные стороны. Это, конечно, очень неприятно для бойца. При этом испанец очень хорошо работает щитом на встречном круге. Да. И это прям главное, что техника поставлена. Не
начинаем. Готов? Ветеран, бой! Итак, бой начался. Александр сразу рвется в атаку. Видимо, получит наставление от Виталия Грязнова. Вы послушайте, как кричат испанская сторона. Потому что они поняли, что нужно бить в левую ногу Александру. Он практически не опускает щит вниз. А это все-таки очки. Каждый акцентированный удар, это приносит очки бойцу. Ну да, а испанцы, тем более, знают, что надо работать на дистанции, а рут ему не подходили, не подходили. Именно так, не подходи близко. Выбивай, блядь. Брейк, бойцы, брейк. Виталий Грязнов кричит, не отходи, не отходи, Саня, стой рядом с ним, наноси удары. Зрители, давайте, давайте, громче. Поддерживаем Грязнов, Саня Урвиз. Поддерживаем Александра. Только в России такое можно слышать. Девчонки, орут, Саша, пей! Ну там, кстати, нет, а? Испанцы, я испанский не разумею! Но там, по-моему, нет, что-то, там вот один испанец, что-то гибит. Что вы такое делаете? Такая экспрессия! Ух, прям, испанский, испанец! Помните, как в этом самом фильме «Гладиатор»? Отличный фильм, прекрасный, там, испанец, все кричали. Тяжело ему. Александр, конечно, тоже нельзя сказать, что он прям под речком. Но руки тут посвежее. Ему 10 секунд. Шут-шуте. Бойцы, расходимся по углам. Или Испания? А если в футбол играли? Итак, дорогие друзья, в этом бою со счетом 43-40 победу одержал